Слышишь, пробило 12 часов. Лучше все двери закрыть на засов. Крепко уснула родная страна. Что ж ты так поздно бродишь одна? Здравствуйте, мама! Здравствуйте! Здравствуй, дорогая! Как вас зовут? Валерия. Валерия, вы давно с мамой не живете уже? Не живу. Сколько вам лет? Мне 32 года, я из города Калининграда. Отличный город! Там в одном моментике местное дело, там «До свидания, мама!» Вы округляете, до свидания, мама! Ну, в таком плане нужно это. Мама! Вот это тут канитель все. А в конце можно вот там. Ну и все эти дела. Там. Это такая разрывная песня, ее нельзя петь как бы просто. Надо ее либо хрипеть, орать, либо вообще и не браться за ней. В любом случае все в порядке, даже если сегодня вы не смогли пройти дальше. Это на этом жизнь заканчивается, я всем это говорю. И прежде всего в себе. Вот, вот очень интересно, да. А вы где работаете? У меня кавер-группа, мы поем, да. Ага. Вот эта песня, она с одной стороны хороша тем, что сразу производит впечатление, то, что создает настроение моментально. А с другой стороны, она особо не показывает вокалиста, то есть... По этой песне трудно понять, что вы, собственно, можете петь, потому что, в принципе, сплошное хулиганство. Действительно, оторваться, видимо, надо было до конца. Вас сдерживало какое-то ваши, видимо, высокие ваши идеалы и ваши вот эти вот невероятные, наверное, моменты, моменты образованности, понимаете ли, мешали, может быть, да? Я просто вижу и чувствую, как вы сильно расстроились. И хотела вам что-то сказать, но... Не хочу ничего плохого говорить, только самое хорошее. Потому что действительно все было отлично. Все было отлично. Просто... Нюансики просто, наверное. Есть, да, есть какие-то случаи. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Я вас понимаю прекрасно. Я понимаю, что это, наверное, жутко обидно. Это был очень большой шанс. Но все, что на сегодняшний день удалось, это просто побывать на этой сцене. Я надеюсь... Да все круто! Еще много будет разных возможностей. На этом все не заканчивается. Спасибо большое.